Бавим грана вип не бан фаны трансформеров, говорит и показывает Москва, с вами Андрей, и сегодня у нас unpackaging трансформера. Появилась новая линейка в магазинах, у нас по трилогии, да, Kingdom, Wars for Cybertron, Optimus Primal. Вот, не собирался эту линейку коллекционировать, но тем не менее, ну не фанат Beast Wars'ов. Тем не менее, такой интересный персонаж. У меня в одной вариации есть какая-то старая там такаровская игрушка. Вот, но здесь такая апгрейд прям такой прикольный. Вот, и плюс наши сети творят чудеса. Не взять эту игрушку по грех, не взять цене. Не устоял, в общем. Вот, ну, давайте посмотрим поближе. Такой офигенный арт, да, у нас Optimus Primal. Классный арт. Кинг-Конг. Очень классно нарисовано. Здесь Optimus Primal. Там у нас что, ковчег разбитый. Лава стекает. Очень круто. Арт зачетный на 10 баллов. Ну, сама игрушка, да, у меня вот эта старая есть. Такая потрепанная. А здесь такой, а, прикольно, 22 шага трансформации. Он, октябрь 2020 года, выпуск, свежак, пока до нас доехал. Вот. Чувствуется, коробку прям наспех собирали, что-то это все торчит, она не вскрытая, конечно, ничего, но тем не менее. Вот, торопится куда-то. Ну, давайте вскроем. Так. Где у нас здесь? Где лучше начать открывать такую вещь? Так, давайте здесь, сбоку где-нибудь откроем. Так. Сбоку, сбоку, сбоку. Еще у нас. Еще у нас скотч. Так, здесь не получается. Как-то по-новому упаковали. Не хочу коробку попортить. Все-таки арт. Такой-никакой, но они как-то по-новому здесь упаковали. Давайте снизу уже попробуем открыть. О, снизу пошло дело. Вот так. Чик. Ага. Коробка рассыпается, смотрите. Торопыги. Так, что у нас? Инструкция вывалилась. Отлично, зелененькая. Все такое, как сказать там, органика чувствуется. Никогда этого не понимал, этих бестворцев, тем не менее. Что дальше? Оп. О, вау. Что это, бог мой? Тут какая-то наклеечка, что ли? Что-то новое. Смотрите, как переливается. Задорно. Так, Optimus Primal. Два мачете. Так, а дисплей стенд получается? Или что это? Что это, я не понимаю. Для меня это сюрприз. Не ожидал. Я единственное, что глянул, как трансформировать. Так, здесь на жгутиках. Раз, два, три. Еще руки. Еще руки. Отлично. Так, чик. Чик, 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 чик. Да, это Voyager класс. Voyager класс. Который выглядит как делюкс нынче. Вот такая красота. И... смотрите, какой. Ну, качественно прям покрашен. Фигурка такая увесистая. Это Voyager, конечно, ущербный, но тем не менее. Если это был бы делюкс, это был бы зачетный делюкс. Так, давайте отцепим еще аксессуары. В виде мачете. Мачете. Чик-чик. Вот так вот. Так, сейчас фигурочку мы еще посмотрим, конечно. Мне больше всего интересует, что же здесь в конвертике. Что это такое? Все знают, а я еще нет. Не слежу за трансформером. Так, 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 так. Отлично, больше ничего нет. А это у нас... это у нас коллекционная карточка. Еее! Коллекционная карточка. Я фанат коллекционных карточек. У меня целая коллекция по Титану. По Power of the Primes. Combiner Wars, да? Ну, с чего я там начал, где карточки-то были в тех игрушках, которые продавались у нас в России.
Вообще зачетно, вы представляете? Для фанатов полиграфии. Итак, Optimus Primal. Глава. Глава крутится. Еще бы современная игрушка. Так, пушечки поднимаются. Ручки 360. Бицуха есть. Двойной шарнир. Локоть. Так, поворот в кисти есть. Ну, на грибовидных пэдах. Поэтому вот так вот спокойно можно сорвать. Тем не менее, поворот есть. И артикуляции пальцев. По рукам десятка, уверенно. Далее есть нога назад настолько. Вперед. Шпагат полный. В бедре за счет вот этого сустава. И странное колено. Так, так, так. Но тем не менее оно есть. Смотрите, как загибается. Так, ankle tilt. Вау, какие-то пистоны. Пистоны, что ли, какие-то? Ага, ничего себе. Класс. Так, тут пяточка. Ankle tilt небольшой есть. Так, вижу там небольшой косячок сборки. Видимо, пэк зафигачили так, что, может быть, с ним будут проблемы. Вот здесь вот. Ну ладно, это мне так кажется. Так, два пистона. Вау, круто. Ну что ж, первый взгляд на эту линейку у меня. Первый бот по Kingdom. И что я могу сказать? То есть, приятно удивлен. То есть, я не фанат этих бисворсов, что они в зверюшек превращаются. Тем не менее, если это не учитывать, игрушка на четкую десяточку. Артикуляция. Не расхлябано ничего. Все просто супер. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.